хватит столько, слушай, ты на ком? На их поту хочешь заработать? Да. Нет, такие правда, бизнесмены. Бизнесмены. Я вас просто закатаю в асфальте одного и второго. Бизнесмены мне. Сегодня ты должен был это делать. Чем ты думал год назад? Что ты мне про людей сейчас ты? Идите жалуйтесь куда хотите. Это шайка ублюдка. Потому что ты мошенник, и я отвечаю за то, что законченный мошенник. И мрази, которые грабите людей, пошел вон отсюда. Освободить сегодня же в обед от занимаемой должности, дернется за пределы этого самого Борисова, посадить. Возбудить уголовное дело по материалам Якобсона и принять к расследованию. Но это еще не все. Директора предприятия снять с должности сегодня же и назначить пока не исполняющим обязанности, а назначить директором и контроль за ним того, кого они перевели с Орши. Его. Это у него шанс. Не сделаешь, посажу. В следующий раз поломаю тебе голову. Возьмешь швабру, разобью тебе голову. Козлы, получили 7 миллионов. 15 миллионов в этом году. Ездите на 222-х мерседесах. Вам на инвалидках надо ездить. И я тебя в коляске положу. Урод. Не рассчитайтесь людьми, до завтра останешься без мерседеса. Всю жизнь будешь у церкви стоять. Я даю свое слово. И поверь мне, я его сдержу.